оранжево-черные. Поздравляем с первой победой Луиша Каштру. Шахтер выиграл 3-0 Людогорец. Итак, первый вопрос мистеру. Со мной сейчас Луиш Каштру и ассистент главного тренера Шахтера Макс Нагорский. Первый вопрос. Как впечатление? Понравилась ли вам игра? И самое главное, с первой победой вас. Да, действительно. Сейчас мы работали всего лишь несколько три дня с некоторыми игроками. Остальные ребята, это шестой день работы. И это абсолютно нормально, что команда выглядит немного усталой и с некоторой усталостью накопленной. Но первые впечатления были отличными. Ребята полностью отдавали своей работе. Они вели себя просто фантастически ежедневно. Они принимают наши идеи и понимают их. И сегодня они провели очень качественную игру, несмотря на то, что они немного сейчас уставшие, но это в начало всего лишь нормально. Шахтер забил быстрый гол на третьей минуте. Это была домашняя заготовка. Сейчас у нас новая схема. Все ли получается у ребят? А экипа консегue адаптарся с новой схемой, он вжег. Да, мы сейчас делаем первые шаги, чтобы ребята себя чувствовали комфортно. Это нормально, как я говорил, что, возможно, некоторая дискоординация есть в начале. Но мы прекрасно знаем, что работа всегда дает свои плоды, и я надеюсь, что эта работа даст свои плоды. Самое главное, чтобы ребята отдавались своей игре. Они так и делают. Очень важно, чтобы отдавались тренировкам, и они это делают. И со всем этим качеством я уверен, что мы сможем многого заработать за этот сезон и за начало этого пути. Можете сегодня кого-то выделить из состава? Кто вам больше всего понравился? Кто вас больше услышал сегодня? Никогда этого делать не буду. Я всегда смотрю на команду, как на команду. Я очень ценю индивидуальные качества игроков, но для меня фантастически смотреть на них, как на команду, как на семью в и вне поля, и как настоящую команду в соревнованиях. Как вы настраивали свою команду перед поединком? Что вы говорили? Все-таки первый раз, как впечатление, как настроение было в раздевалке? Атмосфера очень хорошая, она уже и была. Но то, что я им сказал, это то, что у нас должен быть компромисс в нашей жизни, в нашей профессиональной жизни. И этот компромисс приведет нас, как вот в последние годы, они выросли в клубе и позволили клубу выйти на другой уровень. Я уверен, что они будут продолжать играть с этим компромиссом и отдачей клубу. Мы прекрасно знаем, что наши болельщики ценят футбол, атакующий футбол. И мы без всяких сомнений будем показывать ту игру, которую они хотят, которая им нравится. В глубине это продолжать то, что они уже делали за последние сезоны. Это огромное количество трофеев, титулов. И главное, чтобы наша администрация болельщика были довольными. И именно вот это мы будем продолжать делать. И в каком сейчас физическом состоянии игроки команда? Я думаю, что если мы смотрим на команду, на игроков, я очень люблю смотреть на четыре фактора. Я всегда, они вместе, техника, тактика, физика и психология. Это всегда те четыре вещи, которые мы должны рассматривать глобально. Потому что очень часто мы смотрим и хотим, чтобы они были хорошо физически, но если они не будут стабильны психологически, она будет действовать негативно на все остальные факторы. У нас всегда должны быть очень счастливые игроки, довольные нашим стилем игры, и мы должны быть внимательны ко всем разным изменениям, которые могут быть в течение сезона. А как вы работаете над психологическим состоянием игроков? Я всегда стараюсь очень положительно смотреть на каждую игру и передаю это своим игрокам. Мы прекрасно знаем, что мы всегда работаем и можем расти и прибавлять. Я всегда говорю, что у человеческого существа нет лимитов. Если мы хотим быть примером в Европе, если мы хотим остаться таким же примером, как уже были, мы должны
продолжать добираться до тех лимитов, которых мы думаем, что не бывает на самом деле. Когда мы верим в то, что я сейчас говорю, ежедневная работа становится проще.